Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали проверку после опубликованного в интернете видео, на котором запечатлено, как лодка с детьми чуть не попала под теплоход. Инцидент произошел на Воронежском водохранилище. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям, бездействиям всех лиц, допустивших опасную ситуацию, в которой могли серьезно пострадать дети, говорится в сообщении ведомства. Видео с инцидентом разместил в интернете один из пассажиров судна. На нем видно, как лодка с детьми приближается к теплоходу, в итоге экипажу удалось совершить маневр, чтобы не допустить столкновения. 5 мая сообщалось, что теплоход «Белгород» сел на мель на Каме в Татарстане вблизи села Масловка. Читайте также: в Москве загорелось судно на Нагатинской набережной. Судно под молдавским флагом потерпело бедствие у берегов Крыма. Поделиться, подпишитесь и получайте новости первыми ВКонтакте. Почта.